Здравствуйте, с вами программа «День города», ведущая Марина Романюк. На ваших экранах смотрите в выпуске. Здоровая независимость. В Рязани во второй раз прошел медицинский форум с участием губернатора. От экспорта сельхозпродукции в Шанхай до тропы Паустовского. Основные темы заседания правительства в нашем сюжете. В Рязани состоялось пленарное заседание медицинского форума «Здоровая независимость», который проходит на площадке Рязанского государственного медицинского университета. Участие в заседании принял губернатор Рязанской области Павел Малков. Ведущие эксперты в сфере медицины и фармацевтики, предприниматели, представители ведомств обсуждают сегодня важнейшие темы. Президентом поставлена задача: к 2030 году средняя продолжительность жизни должна составлять 78 лет. Для достижения цели важнейшую роль играет развитие медицины. О том, что здравоохранение – один из ключевых приоритетов для главы региона, сам Павел Малков подчеркивает регулярно. В своей приветственной речи в зале пленарного заседания он вновь обозначил значимость вопроса для него лично. В связи с особым вниманием к этой сфере только за последний год в регионе достигнуты поразительные результаты. Вот полтора года назад у нас была какая-то чудовищная цифра, там около 10 промилле по младенческой смертности. Сейчас уже 4 промилле. Вдвое, вот всего за год вдвое увеличили количество профосмотров, количество людей, которые прошли через диспансеризацию. По итогам понятно, что у нас скакнула заболеваемость, выросла очень выявляемость болезни, это абсолютно нормально. Вот за счет вот этой ранней диагностики существенно снизилась и смертность. Мы в прошлом году вошли в топ-5 регионов по стране по темпам роста ожидаемой продолжительности жизни. У нас второе место по стране по темпам снижения смертности трудоспособного населения. И первое место по всей стране по сокращению смертности от онкозаболеваний. И вот мы же все прекрасно с вами понимаем, это не просто цифры, это не просто какая-то статистика. Это жизнь людей. Всего за год-полтора в регионе обновили половину медицинского транспорта. Открыли новый корпус онкодиспансера, крупный медицинский центр в Скопине. Запущен процесс обновления стоматологических кабинетов в районах, а также активно работают программы реабилитации в санатории «Сосновый Бор». Параллельно и взаимодополняя друг друга, здесь существуют два направления – реабилитация бойцов СВО и реабилитация детей-инвалидов. В созданной в регионе аэрокосмической долине одним из приоритетных направлений выбрано направление биомедицинские технологии и медицинские изделия. Все те договоренности, все те решения, которые были выработаны по итогам первого форума, у нас сейчас все в стадии реализации, ничего не забыли, последовательно работаем по всем направлениям. И мы перестраиваем и работу, ну, собственно, всей системы, всей отрасли здравоохранения. Изменили уже подход к профилактике, к диагностике заболеваний, к лечению, к реабилитации. Выбрали опорную сеть учреждений, ввели институт кураторства. Вот работаем сейчас по такой схеме в онкологии, в сердечно-сосудистых заболеваниях, по родовспоможению. В рамках форума состоялась специализированная выставка передовых отечественных разработок в области медицинского оборудования, технологий фармацевтической продукции и средств реабилитации. Медицинский кластер развивается в области успешно, подчеркнул Павел Малков. Это 3 образовательных учреждения с сильной научной школой и 15 предприятий, производящих приборы и оборудование. На большинстве предприятий губернатор бывал лично. В Рязанской области выпускается 4-валентная вакцина от гриппа, которую поставляют в разные страны мира, лекарства от онкологии, а также в ближайшее время откроют 2 уникальных фармпредприятия, где будут изготавливать препараты, которых пока в России не делают. На прошлой неделе мы были в Китае с бизнес-миссией. Рязань там представляла 8 компаний. Это начало большой работы с Китаем. С подведения итогов визита в Поднебесную началось заседание правительства. От экспорта сельхозпродукции в Шанхай до тропы Паустовского. Основные темы заседания далее в сюжете. Заседание правительства началось буквально с лозунга «Спорт против наркотиков». Обсудили предстоящий фестиваль «ГОТОО». Главные события пройдут 17 и 18 мая. Суммарно в регионе будет около 100 мероприятий, включая и командную сдачу норм «ГОТОО». Следом обсудили приложение, цель которого – фиксация рекламных надписей по распространению наркотиков. Название отображает суть – надписи о наркотиках на фасаде. Этот модуль появился в приложении «Открытый регион 62». Метод работы прост. Сфотографировать надпись о наркотиках, и данные тут же передают соответствующим ведомством. Геометка, кстати, считывается автоматически. И после поговорили о теме благоустройства. Точнее, о заваленном Кузьмином овраге. В настоящее время разработан проект, который проходит процедуру государственной экологической экспертизы. После получения положительного заключения в этом году
Начнем работу по ликвидации этой свалки. На этой цели из бюджета города выделено в этом году 48 миллионов рублей. Общая стоимость работы составляет порядка 160 миллионов. Соответственно, реализация проекта рассчитана на 2 года. В перспективе здесь запланировано создание зеленой зоны. Камер в Рязани станет больше. По системе «Безопасный город» их количество увеличится до 1500. Для понимания, сейчас их около 300. Появятся они в парках, скверах, на оживленных улицах. В системе «Безопасный город» работает искусственный интеллект, который определяет экстренные ситуации и привлекает к ним внимание. Задача – охватить все важные объекты города, плюс районы. Но темой номер один стал отчет об исполнении областного бюджета. Если вкратце, все согласно планам. Доходы 20 миллионов, расходы 18 с небольшим. Большая часть из них – финансовая помощь муниципальным образованиям. Обсудили и внесение изменений в ряд нормативных правовых актов. Предлагается освободить одного из родителей ребенка-инвалида от уплаты транспортного налога на автомобиль или мотоцикл без ограничений мощности, начиная с 1 января 2024 года, бессрочно. Воспользоваться льготой смогут порядка 1200 таких собственников транспортных средств. Налоговые расходы областного бюджета составят ежегодно 2,8 миллиона рублей. Здесь же льготный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Под конец заседания по классике обсудили вопросы жалоб из социальных сетей. Топ-3 классический – система ЖКХ, дороги и благоустройство. По порядку. Касаясь жилищно-коммунальной сферы, больше всего говорили об отоплении. На правительстве сообщили, что отключать его будут с 24 апреля. Говоря о дорогах, затронули ремонт покрытия после работ. Губернатор поручил взять на контроль. А вот в теме благоустройства произошел казус. В соцсетях пожаловались на поваленные деревья на тропе Паустовского. И у меня вопрос, коллеги. А кто у нас в целом комплексно отвечает за тропу Паустовского? Чья это сфера ответственности? Это администрация района, это комитет туризма, еще кто-то? То есть у меня такое чувство, что никто, Артем Александрович. Полторы тысячи земля муниципальная. Павел Малков поручил Артему Никитину узнать подробнее про этот знаковый объект, ведь активности там происходят, добавил губернатор. Потому и хочется знать, как сейчас это место содержат и очищают от мусора, а также с кого спрашивать за развитие. Продолжается рейтинговое голосование национального проекта «Жилье и городская среда». Участвуют в голосовании 30 парков и скверов Рязани, в том числе бульвар Пушкина. Благодаря активности жителей, депутатов, при поддержке областной программы местных инициатив, бульвар Пушкина уже дважды входил в программу. Здесь уже сделали дорожки, озеленение, кронирование. Местные жители рассказывают, если сравнить то, что было до благоустройства, можно место не узнать. Вот здесь было, можно сказать, болото, настоящее болото. И было вообще безобразие. А сейчас вот прям действительно любо-дорого посмотреть, конечно. Поваренные деревья убрали. Кустарники засохшие убрали, проложили дорожки, по которым гуляют сейчас с детьми и с колясками. И очень все довольны, что здесь наконец-то, все это похоже, можно сказать, на такой божеский вид. Зелено и красиво. И чисто. Радость людей понятна. Приятный променад, зеленая зона в этом спальном районе просто необходимы. Но останавливаться на этом местном не хочется. Все как один за продолжение благоустройства. Тем более с учетом юбилея великого русского поэта. Голосуем, потому что мы здесь живем, и хотелось бы, чтобы была хорошая, комфортная среда, вот, чтобы было все зелено, дорожки хорошие были, чтобы меньше было грязи, чтобы машины проезжали не по лужам, а по хорошему асфальту. В этом году наша задача проголосовать до 30 апреля на сайте «Комфортная среда» за бульвар Пушкина Александра Сергеевича Пушкина. Юбилейная дата в этом году будет, и нам хотелось, чтобы дальше этот проект продолжался. Мы здесь же живем, и мы хотим, чтобы здесь было чисто, уютно, чтобы люди ходили, все это смотрели. Голосование продлится до 30 апреля включительно. Жители, активисты поддерживают свой любимый преобразовавшийся сквер, активно голосуют за него. В надежде на то, что в будущем году благоустроят и вторую его часть. Пик половодья пройден, вода в реках опускается, и теперь шансов успеть посмотреть на разлив все меньше. Но появилась новая напасть. Начался пожароопасный сезон.
Уровень воды в Оке понизился еще на 26 сантиметров. Теперь это чуть меньше 3 метров относительно нулевой отметки гидрологического поста. Для сравнения, в пиковые дни уровень воды едва достигал 6 метров, то есть в 2 раза больше сегодняшних показателей. В настоящий момент подтоплены 4 низководных моста и 4 участка дорог. В населенных пунктах, все еще отрезанных водой, организованы вопросы жизнеобеспечения. Эвакуация населения не требуется. Напомним, плавающий транспортер Тульского спасательного центра завершил свою работу еще 18 апреля. За период своей работы с начала апреля техника совершила 97 рейсов, перевезено больше 2900 человек. Однако в регионе теперь другая напасть. С апреля начался пожароопасный сезон. Так, за прошлую неделю ликвидировано 89 пожаров. Причинами чаще всего становится горение травы и мусора. Огнем повреждено 8 строений и 1 единица техники. Суммарно же с начала апреля ликвидировано больше 380 возгораний, большая часть из них – пал травы. В Горьковке прошли 8-е Ильинские чтения. Цель образовательной конференции – изучение творческого наследия великого русского мыслителя Ивана Александровича Ильина. Какие работы заняли призовые места, расскажем в нашем следующем сюжете. Труды Ивана Ильина современные и актуальны. Такого мнения придерживаются участники 8-й образовательной конференции имени великого русского мыслителя. Особенность чтений в том, что на площадке могут выступить на равных студенты столичных и рязанских вузов, школьники из районов нашего региона и областного центра. Иван Ильин осмыслял русскую идентичность как один из фундаментальных принципов нашего государства. И эта любовь к России и ее ценности живут в исследовательских работах молодого поколения, подчеркивают сами участники конференции. То, что вложено в школьные годы, в студенческие годы, сохраняется на долгие-долгие годы в будущем и не стирается из памяти. Поэтому, говоря об Ильинских чтениях, конечно, радуемся тому, что они есть, что они проводятся в таком формате, масштабе. И это уникальная площадка, которая соединяет с собой, к примеру, студентов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и представители православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского города Рязани. Такой другой площадки образовательных чтений на данный момент пока еще не существует. Первое место получила работа Екатерины Клюевой о революции и ее последствия для русского народа. Девушка учится в православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. И хотя это было дебютное выступление воспитанников учреждения, оно прошло великолепно, отметили в оргкомитете конференции. Стало гораздо больше участников, и они уже, можно называть, даже международными. В прошлом году из границы присылали работу. Мы все хотим процветания нашей Родины. И Ильин был патриотом России. Сейчас его мысли, его идеи, они как никогда актуальны. Ильинские чтения проводят уже в 8-й раз. Ежегодно на конференции вспоминают творческое наследие русского мыслителя, чья жизнь неразрывно была связана с Рязанской землей. Ведь его родители владели имением в селе Большие Поляны Пронского уезда, где Иван Александрович Ильин и сам неоднократно гостил. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». В библиотеке имени Горького провели ежегодную межрегиональную эко-просветительскую конференцию. В мероприятии приняли участие научные сотрудники, экологи, педагоги дополнительного образования, преподаватели, студенты и сотрудники библиотек. Конференция проходит в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности. Повысить уровень осведомленности об экологической безопасности и степень гражданской ответственности, а также рассказать об уникальных местах и воспитать любовь к природе. Межрегиональная конференция «Жизнь в гармонии с планетой» преследует сразу несколько целей. В этот раз участники мероприятия сделали акцент на актуальных вопросах экологической науки, просвещения и профориентации. В этом году в конференции принял участие Тульский регион с докладом о своем экзотариуме. Тульский экзотариум, организованный в 1987 году, первый в России специализированный зоопарк рептилий и амфибий. Причем рептилии и амфибии в основном экзотических. Наша специализация – Юго-Восточная Азия. На конференции специалисты поделились опытом экологического воспитания и образования в регионах. Организуют мероприятия Рязанская библиотека имени Горького и Национальный парк Мещера. Конференцию завершили словами Виктора Астафьева, который воспевал природу и красоту нашей планеты во всех своих произведениях. «Землю люблю свою и не устаю удивляться ее красоте, неистощимому терпению и доброте». Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания.